Вот так вот выглядит МТО-1000 на зеркальном фотографическом аппарате, на современном зеркальном фотографическом аппарате. Ну и, естественно, ухитрился эту экшн-камеру потерять. Привет, это Камчатка с Александром Петровым. Не перевелись еще приличные люди на Руси. В одном из недавних выпусков я рассказывал, что потерял на Халактырском пляже экшн-камеру. Судьба его наказала. И вступление к этому ролику я записываю уже второй раз. Первый раз я записал его 1,5 часа назад на экшн-камеру на Халактырском пляже. Привет! Это Камчатка с Александром Петровым. И я сегодня расскажу вам, как бороться с осенней депрессией. Ну и, естественно, ухитрился эту экшн-камеру потерять. Обнаружил это, уже уезжая с пляжа. Начал искать ее в тех местах, где был. Но, к сожалению, увы, по-моему, я ее лишился. Но это не точно. Удивительно, но камера эта нашлась. Мне позвонил человек по имени Константин, который обнаружил ее, и предложил встретиться. Ну, естественно, как же не встретиться? А вот это я приготовил в подарок нашедшему камеру. Это мой фотоальбом о Петропавловске. Итак, давайте позвоним Константину. Алло, Константин, добрый день. Я подъехал, я стою рядом с памятником, серая трехдверная Тойота. Все, спасибо заранее, до свидания. Вы Константин? Да. Добрый день. Здравствуйте. Я Александр. Костя. Да, вот этот человек нашел камеру. А где вы ее нашли? На пляже прям лежала, на дороге. Вот интересно, я обнаружил это прямо когда отъехал, вернулся и найти не смог. Ну, она да. Прямо на обочине, грубо говоря, стояла. Причем я обошел там все, где находился, буквально через 10 минут после отъезда. Костя, ну спасибо вам заранее. Да не за что. А вот это вам? Это здорово. Это моя книжица с авторами. Ничего себе. Да. Спасибо большое, это ваше. Не за что. Смотрите, смотрите мой канал. Спасибо большое. Всего доброго, Костя. Спасибо вам. Спасибо. Подарок вообще замечательный. Вам спасибо. До свидания. До свидания, спасибо. Это точно. Вот так вот бывает, случается. Я уже думал, что экшн-камеры у меня больше нет. Но вот она. Вот она. Вот запасные аккумуляторы. И, как сказал Константин, лежала камера прямо на дороге. Так что ждите новых съемок с ее помощью. После того, как экшн-камера вернулась ко мне, кстати, сейчас я как раз ею и снимаю это. Я случайно зашел в торгующий запчастями для корейских автоматических мобилей магазин и обнаружил там
что бы вы думали? Объектив для фотографического аппарата. Вот такой вот объектив. Прежде чем его показывать и хвастаться им, я скажу, что купил я его по цене 3 чашек кофе. Бывают ли такие цены? Да, наверное, бывают. Бывают, если люди не знают, что они продают. Вот эта вот чашка кофе стоит 150 рублей. Капучино с корицей и двойным сахаром. Обычно я, конечно, пью кофе дома, предпочитая варить его сам посредством кофейной машины. Но тут необходимо показать, сколько стоит такое удовольствие и сколько стоит вот такое вот удовольствие. Немного отвлекусь от кофея и достану объектив. Сразу скажу, этот объектив называется МТО-1000А. Он выпущен в 1970 году Лыткаринским заводом оптического стекла. Разработан он по оптической схеме профессора Максутова еще в 40-е годы. Производство началось в 50-е годы. В 58-м году этот объектив, такой объектив, вместе с рядом других, получил в Брюсселе на Всемирной выставке золотую медаль Гран-при. Фокусное расстояние этого объектива 1100 мм, 1 метр 10 сантиметров. Относительное отверстие 10,5. Причем оно у него фиксированное, диафрагма здесь не меняется. В объективе имеется мениск, за счет которого и достигнута такая короткая длина, потому что объектив стандартной оптической схемы с фокусным расстоянием 1100 мм был бы длиной не меньше 110 сантиметров. Объектив, еще раз скажу, называется МТО-1000А. Буква А значит, что в его составе есть адаптер, то есть сменный хвостовик, позволяющий ставить его на фотоаппараты с различным присоединением. Здесь стоял адаптер на резьбу М42. Я уже присоединил на эту резьбу переходник с этой самой резьбы М42 на байонет Никона. Вот этот переходник. Объектив выпущен в 70-м году. Об этом говорит его заводской номер. Номер 700328. Их, кстати, производили не так много. Это с момента выпуска всего 328 объектив. И так как его угол зрения в пересчете на стандартный размер кадра 24-36 является всего 2,5 градуса, у него даже есть некоторое подобие прямого прицела, по которому сначала примерно визируется, что хочется снять, и уже затем, после этого, точно кадрируется и
наводится на резкость. Наводка на резкость здесь, естественно, вручную. Кстати, она очень легкая. А еще в этом объективе есть встроенная бленда, что очень важно для подобного рода оптических схем. Кстати, у меня когда-то такой объектив был. Если я не ошибаюсь, в 89-м году, когда я жил и работал на юге России, в одной из кубанских станиц, по-моему, в Ивановке, местный художник предложил мне такой объектив в обмен на смешной фотоаппарат 50-х годов «Любитель 2». Я поменялся, но потом сделал буквально несколько ни к чему не обязывающих кадров и тоже выменял на МТО-1000 молотковую вспышку, луч М1. Но вот это вот я все рассказываю. Рассказываю, да, кстати, конечно, еще надо заметить, что Лыткаринский завод оптического стекла имеет очень странный логотип. Я при монтаже, конечно, увеличу, покажу. Глаз в треугольнике. То есть масоны засели в Лыткарине. Масоны засели в Подмосковье. Масоны руководили советской оптической промышленностью. Чехол для объектива изнутри покрыт красным бархатом. Так делали в советское время. Ну, конечно, состояние объектива очень хорошее. И сегодня мы попробуем поснимать им. Кстати, снимать придется со штатива, причем с мощного видеоштатива. И тут есть нюансы. Первый нюанс, что придется потом регулировать положение адаптера для того, чтобы при установке в байонет Никона объектив стоял ровно. Потому как его надо ставить на штативные гнезда, он будет сейчас стоять с некоторым наклоном, а головка видеоштатива позволяет уклоны влево-вправо. Ну и, конечно, с рук снимать объективом, который весит 3,5 килограмма и неудобен в управлении. Это не самое приятное занятие, поэтому снимать мы будем со штатива. А теперь, наверное, я продолжу утренний кофе. Уберу объектив вновь в чехол и возьмусь за кофейный стакан. Еще раз скажу, что кофе стоит 150 рублей. Объектив обошелся мне в 500 рублей. То есть чуть дороже 3 стаканов кофе. Так вот выглядит МТО-1000 на зеркальном фотографическом аппарате, на современном зеркальном фотографическом аппарате.
Не правда ли забавно? Мне тоже так кажется. И это все. Всего за 500 рублей. Thank you.
красиво, эстетично. Не знаю почему, но фотоаппарат отказался писать видео с объективом МТО-1000. Такое у меня, кстати, уже бывало, что фотографирует со старыми объективами аппарат нормально, а видео не пишет. Но раз я уже оказался на смотровой площадке, то нужно попробовать снять видео обычным объективом, который работает с фотографическим аппаратом. Вот и закончилась проба объектива МТО-1000, вот и закончились сегодняшние съемки со смотровой площадки Мишенной горы. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки, если вам нравится следить за моей жизнью посредством моего видеодневничка. Пишите комментарии. А если вы здесь впервые, то, пожалуйста, выполните рекомендации, которые появились в правом нижнем углу кадра, для того, чтобы не пропустить новые видео на канале. До свидания. Думал я на сегодня, поездкой на смотровую площадку Мишенной горы все закончится. А нет, тут позвонил мой старый товарищ Алёша Тугаринов и сообщил, что он взял себе щеночка. Позвонил и пригласил заехать посмотреть на этого самого щеночка. Ну, конечно, я поехал.
оказывается, один белый слева вывалился, светлый, а эти две на меня вывалились. Вот это вывалилось, еще кто-то. Я смотрю, опа, морда такая, толстая такая. Я хватит ее. Опа, что там у нас? Ага, у нас тут все. Я говорю, вот эту беру. А что так? Я говорю, а что, все, хватит, я вот забираю. Мы с ней раз, она сидит, молчит. Я говорю, слушай, молчит, тишина, блин. Ну и все. Домой приехали. А вот у нас там Вика, волонтер. Они что, согласились-то это? Поехать-то, посмотреть. Знаешь, типа, их напугали, что щенков на мясо берут. Эй, мясо! Ну, говори, ну, или чем-нибудь еще говори. Ну, иди сюда. Иди сюда. И дорогу через улицу имени Феликса Дзержинского со спуском вниз через Мишенную гору на улицу имени Павлика Морозова вы только что посмотрели. Ну и полюбовались, конечно, маленьким беспородным щенком.